Друзья мои, всем огромнейший привет! Вы на канале «Дамочка на рыбалочке». Сегодня я, Леся, и моя компаньоночка, подружка Наташа приехали на Томь. У нас бабье лето наконец-то наступило. Решили приехать пожарить рыбки, если поймаем, пожарить шашлыки, отдохнуть. Мы две больнушки, поэтому мы вот сегодня вдвоем, чтобы никого не заражать. Дома сидеть обидно, заражать никого не хочется. В общем, короче, две больнушки собрались хорошо провести время. Жалко, погода такая стоит. Жалко, дома даже хоть с температурой, хоть без стирания, все равно невозможно дома усидеть. Ну, конечно, когда... На следующей неделе у нас даже снег обещали. Вот, все. Поэтому это вот крайне теплый день. Дальше дожди, снег и еще не пойми что. Поэтому хватаем бабье лето за хвост и будем провожать эту теплую осень в городе Томске. Уровень воды в Томи у нас недавно поднялся. Сейчас немножечко приопустился. Вот хоть несколько дней достаточно сухая погода и теплая. Все равно, вот видите, возле берега не очень комфортно находиться. Я даже чуть уже не поскользнулась и не упала прямо в воду. Вот. Кусты, трава опять все затоплена. Мангала с собой у нас нет. Мы взяли шампуры, взяли шашлык и свой энтузиазм неиссякаемый. Поэтому сейчас разыщем что-то, из чего можно сделать мангал. Вот. Засыпем туда углей и будем уже вот так вот выходить из положения. Ну, угли купили. Давай, сейчас хватаем. Русские женщины непобедимы. Осторожно, осторожно, там красные угли. А, она горячая, да? Она горела всю ночь. Она еще и это. Сейчас надо палку. Так. Это вот знаешь, что делаешь, да? И все, Наташ. Вот сюда мы сейчас накидаем углей, зажжем их. Сюда вот уже поставим наши шампуры. Все. Во, мангал. Вот, что у нас получилось. Сюда вот как раз уголечки. О! Это у нас место розжига будет. Кстати, знаешь, уже сейчас можно, думаю, я даже это все это дело поджигать. Да, чтобы прогорелось. Да, чтобы нам уже можно было приступить к жарке. Вот. О! Шикардос. Ну, молодец. Да. Главное, чтобы, знаешь, вот угли остались после того, как у нас все стлеет на тусе. Да. Друзья, ну и, конечно, я никак не могла проигнорировать удочку. Я ее взяла. На самом деле, хотела взять спиннинг. Но... Рома, уезжая к своим родителям, забрал все спиннинги. Говорит, заеду на чулым, буду кидать, рыбачить. Короче говоря, ну что, остается взять только удочку. Взяла с собой плитку, потому что, думаю, если наловлю рыбы, то обязательно ее пожарим с Натусиком, потому что так мы еще не отдыхали с жареной рыбой, с девочками. Вот, короче говоря, такой план. Наварила кашки для рыбки, закормлю и сейчас начну. Ничего же не взяла ни ведро, ни садок, а куда рыбу скидывать будем? Мешок. Ну, видимо, да, обалдеть. Так торопилась, так бежала, что даже, как говорится, тапки штук отваливались в разные стороны. А, ну, в общем, ладно. Еще одно испытание, как сохранить эту рыбу пойманную. Видимо, в пакет придется. Давай, гори, гори. Ты фольгу взяла? Да. У нас будет еще картошка с салом в фольге. Взяла. Оху! Все, круто. Ну, пошло вроде дело. Да, конечно, тем более вот это вот горевшее бревнышко, оно сейчас по-любому разгорится. Угу. Ну, а то есть, ну какая нам компания нужна? Мы сами себе отличная компания, ну согласись. Ну, все же получается. Да, конечно. Мы, правда, долго так мясо искали. Все магазины оббежали везде. Везде мясо уже либо свежее просто, либо мороженое. Поэтому думали уже, не знали, что делать. Хотели уже даже баранью ногу купить. Да, и грызть ее. Но вот нашли, наконец-таки, мясо хорошее. Купили шашлычок. Поэтому... Шашлыку быть. А то есть, ну, неплохо разгорелось, да? Прям так тепло. Вообще. Хорошо. Красиво. Вон, а то есть, мы молодцы, да? Придумали же, как выйти из положения. А?
В общем, минут 15 я протусовалась с удочкой в руке. Ни одной поклевки. Ни на червяка, ни на опарыша. И разную глубину делала. Вот просто ни одной. Не знаю, попробую позже еще, но сейчас я прям даже аж расстроилась. Думаю, как хорошо, что мы придумали взять еще шашлыки. А то если бы понадеялись только на рыбу, то было бы очень обидненько. Наташа еще взяла картошки и сало. Мы сейчас хотим в фольге запечь, короче, картошку с салом. Вот так вот гармошку сделаем. Из картошки туда прожилочки сала положим, фольгу намотаем и прям вот в костер. Картошечка. Картошка. Нож. Берем ножик, берем да. Картошку. Сейчас нужно сделать надрезы, вот такие вот прорези, как гармошка. Оставить примерно пол сантиметрика. Вот. И в эти прорези мы уже будем укладывать сало. На тарелочку, а то есть риск отрезать себе что-нибудь лишнее. Точнее, не лишнее, а нужное. Лишнего нету. Ну да. Так. И потом, когда у нас там уже сало посерединочке образуется, да, мы уже все это наше дело уже будем вмещать в фольгу. А солить картошку. А вообще сало соленое. Сало соленое, поэтому картошку мы солить не будем. Угу. Надо было больше, Наташ, сало брать. Да. Кто ж знал-то, да? Да. Так, вот эту вот вытащу. Как раз я ее случайно отрезала. Вот так вот. Уже выглядит аппетитно. Ну, конечно. А сейчас представляешь себе, в костерок это все дело забросим. И там это все сало начнет топиться, картошечка будет томиться, да, просто вообще будет песня. Будет песня. А еще зеленушки накрошила. А есть? Укропчик, да. И лучок. Это не наши картошечки уже с сальцом. Сейчас останется ее упаковать. Заворачиваешь. Ага, каждую картошечку индивидуально надо заворачивать. Конечно, сок не забегал во рта. Надо хорошо закручивать. Фольга толстая. Я купила, что-то не глянула толщину хорошо фольги, и получилось наоборот лучше даже. О, вообще отлично. Смотри, какая. Вообще красота. Ну и... Ну куда? Как ее бросать? Пихнуть куда-нибудь с боков. Да. Может быть, сюда вот рядышком под низ куда-нибудь. Так, одна готова. Первый пошел. Там у меня прикрытая картошка. Ты что, мою раскрываешь-то? Точно. Вот она-то и шкварчит. Теперь у нас уже на очереди шашлык. Ой, ну слушай, как у нас сало с тобой шкварчит вообще, да? Ой, мясо нежное какое, сочное. Ну и хорошо, что мы зашли туда и купили. Прекрасно. Видите, как будет вкусно. Да по-любому. Как будет шикарно. По-любому, Натусь. О, где банда-панда. Вообще. Вот так вот, красивенько. Вообще. Та-да-да-да-да-да-да-дам. Мангал, что надо. Думаешь, на сколько там шампуров? Я думаю. На три, наверное? На один, наверное. Ага. Ну и нам хватит. Да? Вообще? Хотя, получается, больше килограмма мы купили. Ох, какая красота. Конечно. О. Ох, ароматы-то какие! Ох, Натусик! Волшебно! Да. Божественно! А, да не говори. Ой. Слушай, офигенное мясо мы купили, да? Офигенное. Вот фермерское, да? И вот они молодцы, да, что замариновали.
Реально, мясо кое-как сегодня отыскали. Мы, наверное, магазинов, ну сколько надо, наверное, магазинов 5-6 зашли, да? И нигде уже нет шашлыка, а вот если сетевой какой-то магазин, то там просто в пакете жижа какая-то одна. И решили, вот будем тупо идти, искать, искать. И, главное, заходили даже в фермерские магазины. Мясо лежит, мясо свежее. Ой, от дыма аж даже плачу. Мясо свежее, но вот шашлыка нету замаринованного. И вот заходим в один. Все так чистенько, аккуратненько. Мясо одно к одному кусочки лежат. И замариновано вот так вот. Ну и шашлык замаринованный лежит. Такой прям привлекательный, без жижи, без воды. Просто лучок, просто мяско свежее. И вот, и сейчас будем наслаждаться этим мяском. Проверим вот этот. Резанем. Резанем. Не могу резануть. На весу неудобно. Да. Надо это положить. Хотя бы просто упор какой-нибудь сделать на тарелочку. Просто резанем, посмотрим. Да должно быть хорошее уже все. Нет, еще сырое. Теперь достаем наши уголечки картошечные. У нас все немножко перезапеклось. Вот еще одна. Разгорелся. Ага, костер разгорелся. Мы его. Того, что, ну, мы его не смогли нормально затушить. Да. Ага. Друзья, давно так не радовалась рыбке, потому что за 20 минут стояния с удочкой это первая маленькая уклеечка. Ой, боже ты мой, а! Но она меня прям порадовала. Вторая тоже не заставила себя ждать. Надо, короче, пока ловится, ловить. Натусик, давай пакет. Будем складывать хотя бы так. И главное, даже привязать-то нам его не к чему вообще. А я говорила. Чего говорила? Рыба пойдет во второй половине. А, ну ладно. Пусть так. Сейчас на жарешку-то наловим. Боже. Не так-то все просто. Во-первых, она не острая. Во-вторых, здесь камни. Ну как же быть? Как быть? Как быть? Главное, не вот так не оставлять. Рыба выплывет. Черпануть воды и все. Как же быть? Как быть? Из любимых глаз твоих. Слушай, а может, если вода не вытекает, может быть, это просто оставить на берегу пакет, на веточку повесить. Посмотри, вода вытекает, черпани побольше воды. Ну, как бы вытекает. Вытекает, как бы, да? То вытекает, то не вытекает. Ну, как бы... ну, вот повесь как есть, будем просто воды доливать, что ли? Да, да, да. Продолжаем наш увлекательный аттракцион. Невиданной щедрости реки. Две рыбки за 20 минут. Опа! Вот еще натусик. Рыбу пытаюсь ловить. Наташа у нас картошку пробует. Дайте мне тоже попробовать. Ну, прям с салком. Вкуснятина. Угу. Пока у нас приготовилась только картошка. Мы ее чуть-чуть пережарили. Божественно. Вообще офигенно. Ну, три разных блюда будет, да? Вообще. Огонь. У нас вообще такой поляна. Помидорчики. Огурчики. Блинчики с грибной икрой. Боже. Я не хочу зиму, да? Нет. Вот тот ценитель-то, а? Вкусной еды. Божественно. Потрясающе. Ты как вот икру грибную делаешь? Какой у тебя рецепт? У меня просто пережариваю ее. Я вообще как бы ни морковь, ни лук не добавляю. Пережариваю, потом свежий чеснок в нее выдавливаю. Ловушку и закручиваю. А я вот добавляю, меня бабушка научила, я так делаю. Да, я тоже знаю, что многие так делают. Так и так
Ну, у меня нынче мало грибов, но я одну сделала, там груздочки были. Но груздочки не для икры все-таки. Ну, конечно. Ну, из ломтик всяких наделала. Ну, конечно, тоже съедим с удовольствием. А так вот лучше всего, конечно, маслят, маковички. Опята. Опята, да, да, вообще. Ой, прелесть. Ой, хорошо у нас в Сибири жить. Вкусно, да-да. Сытно. И пьяно. Под ногами. И пьяно. Мы тут с Натусиком готовили коктейльчики. И решили бабе лето проводить вкусненько. Ну, я, вы же понимаете, что за рулем, поэтому я безалкогольненько. Арбузик, коктейль. По-девочковски. Да, по-девочковски. Арбузики, коктейльчики. Красивенько, культурненько. Ой, Натусик, молодцы, что выбрали. Будем с нетерпением теперь ждать, да, с нетерпением нового сезона. Чтобы были новые открытия у нас. И коротать эту зиму. Молодцы, что выбрали. Да. За нас. Клубничная. Малиновая. Кайф. И погода прям вообще хорошая. Классно. Хотя говорили, что будет пасмурно, но солнышко решило по-иному нас порадовать. Очень хорошенький, да? Вообще культур-мультур. Прям интеллигентненько такое. Все немного пережаренное, но все равно все будет вкусно нам и хорошо. Конечно. На природе не может быть невкусно. Да. Вот это еще у нас лучок. Немножко уксусом. Да, с уксусом. О, вообще классно. Шашлычка. Ну, что-то как-то так. Приступим. Что есть, то есть. Вкусно. Маринад классный. Маринад классный. После сытного обеда полагается поспать, а у нас полагается порыбачить немножечко. Перебрались на соседнее место, здесь люди отдыхали. Вот, а мы, получается, сейчас оказались полностью в тенечке. Я говорю, ну а ты смотри, какое шикарное место. И к воде подойти лучше, и грязи нет, и вообще солнечное. Вот, в общем, перебрались. Что думаешь? Рыбка? Ну. Рыбка что, отзовется мне? Я думаю, да. Не, ну нам еще одну задачу сегодня надо выполнить. Ну да. Чтобы уже это, да? Гештальт закрыть. Да, да, да. Так, ладно, сейчас поклевки, я хотя бы видеть еще вам маленько. Кто-то хотя бы интересуется. Хотя бы кто-то чем-то интересуется. Там в кустах такой плеск, как будто бы там это. Это рыба, да? Рыба плещется, как будто. Это просто вода опустит. Плывите сюда. Хотя бы одна приплыла. Вот так вот скажешь. Да, ну раз есть сковородочка. Конечно. Конечно приплыву. Давай-ка зови своих собратьев. Чего же, зря везли, хотя что ли? Хотя бы штук 10, да, надо поймать. Но. Вот так вот уже это. Всё. Какие интересные персонажи проплывают. Вода, кстати, очень холодная. Прям вообще аж руки сводят от ее холода. Натусик, ты там что? Я помыть хочу решила. Затушить костер. Большую. Ну да, вот, потому кстати, что люди уехали, а костер оставили. Тут прям открытое пламя сейчас было, и вот да, Наташа вот начинает тушить. Но мы, в любом случае мы бы не уехали, не оставили. Вот почему вопрос, почему они так сделали. Брусина вот это лежит прямо возле деревьев. То есть возгорание легко и просто может произойти. Оп.
Вот еще рыбешка. Умиротворение. Вообще. Хоп. Красота. Знаете? Красота. Ой. Ой. Ай. Ай. На крючок сама наделась. Сама? Так. Смотри-ка. Не убежала. Ага, все скоро, ой, скоро можно сковородку доставать, да? Угу. Хочешь порыбачить? Угу. Хочешь? А. Говорю, хочешь половить? Ну, давай. Пост сдал, пост принял. Вот твоя первая рыбка сегодня. Ничего, сейчас червячков новых оденем, которые у меня по руке расползаются. Еще лучше пойдет процесс. Не обязательно, кидай, как получается. У тебя подальше надо было. Бери, как тебе удобно, удочку. Тебе неудобно так. Ты же коста. Удобно? Да, я ногу уперла. Но ты ее слишком задрала. Чуть ниже. Да? Ну да, чтобы не такая леска натянутая была. Опа! Течение, кажется, сюда. А удочку вносит. Так хоть одну дай поймать, да? Тут раз, вторая. Думаю, все, ловится, надо ловить. Смотри, с закрытыми глазами уже кидаешь, а? Да ее слишком высоко держишь, у тебя леска натягивается, и ты даже это поплавок аж поднимается. Все равно вот приятно, а? Когда клюет. Да, тоже приятно, конечно. Даже небольшая, причем хорошо в натяжечку идет. Угу. Вот сейчас вытаскивай. Есть. Потому что, видишь, в другую сторону начала вести. Я вот. Чувствую, вот. Хорошенькая. Ну. Почувствовала, она ее поняла. Я ее почувствовала. Да. Да жирненькая такая. Ну, то сейчас еще как она на сковородке будет жариться-то. Боже. Боже, мама, мама, я схожу с ума. И пошли рыбешки. Надо же план-то осуществить. Угу. Ты меня песня заразила. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Боже, мама, мама. Слушай, ну у тебя хотя бы с голосом все в порядке. У меня-то вообще, говорю, сейчас я еще хоть более-менее говорить стала, а то мне даже говорить не могла. Ну надо сделать рыбку. Мы уже такой план сделали, да? Да, да, да. Мы любим доводить дела до конца, да? Надо, да, сделать. Кстати, ты знаешь, я что заметила? Все, что наметили. Что... Вот очень я не люблю общаться с людьми, которые не исполнительные. Mm-hmm. Вот для меня прям, знаешь, аж коробит, когда, знаешь, человек говорит и не делает, да? Я могу это, ну, грубо говоря, о, хорошенькая. Ох, вот какая это... хорошенькая. Это я понимаю, рыбка. Нет, да? Это, Олесь, нельзя бросать, надо продолжать, пока идет. Так что давай-ка. Хорошенький. Красотулик. Ну да, знаешь, это, если сравнить, сейчас, это как Татьяна тогда, да,
это, сравнить эти две рыбки, да? Ой, я прям не могу сесть. Села такая на корточке, сидит, рыбешечку там чистит. Ну, вот это хорошо чистится. Уклейка, она вообще всегда, и она очень вкусная. Она такая красивая, перламутровая прям. Угу. Вообще. Ой, на живую прям. Могу, жалко. Прости. Только не плачь. Прости, родная. Кишочечки. Ну, кишочечки-то, господи. Название одно. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Ребятишки. Кто поспокойнее? Ну ладно. Вот как не любить Наташи ездить на природу? Ну это ж просто незаменимый человек на любой природе, ребят, это 200%. Она как палочка-выручалочка. Ты что-то одно делаешь, она другое делает. Не надо там ей 10 раз сказать, а давай-ка вот это поделай или что. Она сама просто берет и делает. Во! Такая невеста нужна самому. Натусик, начистила. Сейчас жарить будем. Ну-ка. Давай, переворачивай их. Ах, красота какая. Ой, они склизкие. А ты как думала? Выпадут. Хватит ли еще? Да, я думала, хватит. Она тонюсенькая. Так, у нее сейчас. Ну-ка. Угу. Маска еще закрыта. Может прилипать, поэтому надо прям раскалить, раскалить. Хорош? О, я тебя вижу и себя вижу в масле. Привет, Наташа. Привет. Привет, привет. Привет. Привет вам из масла. Нутис. Та-дам, та-дам. Рыбу заказывали? Хо-хо. Свежий улов. А хухо не хухо? Так, в муку сразу их погрузим. Так. Погрузим. Тряхнем, обваляем. Чипсики у нас знатные должны получиться. Чипсики, чипсики. Ой, смотри, даже рыбы не видать. А, хорошо. Маслечко так. Запахло. Так. Та-дам, та-дам. И смотри, уже прям вот это. Ага, и хвостик выгибает, прыгнула. Выгибает. Руки. Ой. Ой, Натусик, мы с тобой молодцы. Все придумали, то и сделали. Прелесть. Ну, прелесть-то какая. Боже мой. Ах, она все не лазит что-то. Ой, чего это вылетело? Хорошо вылетело. Так, еще тут 4 рыбины. Нифига себе много, как мы наделали. Может, оставить до дома? Ну, нет, до дома не будем оставлять. Как-нибудь. Как-нибудь уместить. Вилочка была металлическая. Ну, я специально для этого взяла. Прям чувствую, какие мы с тобой. Кто молодцы? Мы молодцы. Молодцы. Да. Пусть прям жарится, подрумянивается. Прям коричневая корочка покрывается, самый вкусный. Угу. Супер. О, красота. И закат, походу, мы здесь с тобой тоже встретим. Сиби! Километры. Километры. Да. Что-то там. Что-то там кричение, никто не услышит. Да, 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 да. Да. Тут перевернуть надо как-то их так, чтобы не поломать-то. Чипсики. Чипсики.
ручная, и тут бачок на нем. Ой, как нам это вкусно будет. Ой, вообще. Огонь. Ну, да, на природе. Вот эти вот маленько еще, наверное, переверни. Прям целую кучу вот так вот переворачивай. Ну все, давай, включай. Опять сейчас зажарим. Ага. Мы его любим. Умеем, практикуем. Ой, вообще. Ну, елки-палки, не подцепишь. Друг за дружку. Втыкай, да? В нее, да и все. А, поломать боюсь. Да ладно, нам же кушать никому-то. Как, у нас опять-то вода, какие не поджарились, какие пережарились, да? У нас сегодня день с тобой такой. Да. Что скажете? Наталья Николаевна. Язык проглотишь, палочки облизишь. Даже хвостик вкусный. Да вообще. Прям вообще с костями можно. Да. Голову только не ешь и все. Ладно. Нашу рыбку можно есть прям вот до самой головы. Даже, наверное, и голову можно. Но не будем. Чипсы просто обалденные. Все кости просто растворились. Они у него тоненькие, очень нежные, мягенькие. Там, супер. Держи. Давай, чин-чин. Чин-чин. Мы молодцы, банда в деле. Вообще. И главное, хрустящая такая, да, прям вообще супер. Пиво бы холодного. Такого ледяного. Друзья, вот такое класснючее воскресенье с Натусей у нас получилось. И рыбку пожарили, и шашлыки, и картошку запекли. В общем, план максимум на эту осень выполнили. Порыбачились хорошо, ну хорошо, прямо рыбка шла, клевала. Да. Удовольствие. Да, со всех сторон. Со всех сторон. И погода порадовала. В общем, за собой все убрали, оставляем чистый берег. С вами была я, ваша Леся, канал «Дамочка на рыбалочке», Наташа, мой верный товарищ. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Вот такой вот чистый берег после себя оставляем. И чужое забрали, и свое.